Новый год с новыми кабинетами. Настоящим подарком для жителей городского поселения Монино стало открытие после ремонта здания начальных классов школы номер 1 имени Фалалеева. В этом году образовательное учреждение получило субсидию с бюджета Московской области в размере 20 миллионов рублей на проведение капитального ремонта. А в рамках софинансирования еще почти миллион выделила администрация Щелковского района. Несколько месяцев работы, в результате школа предстала в обновленном виде. Произведен ремонт системы отопления. Полностью заменена электропроводка. Заменены перекрытия. Отремонтирована кровля. Поставлены новые современные окна. Стены, полы, двери, потолки, освещение приведены в соответствие с требованиями эксплуатации школьных помещений. Строительные работы начались еще в сентябре. На это время всех учеников начальных классов, а это более 400 человек, перевели в здание основной школы. О том, что было и что стало, красноречивее слов говорят фотографии. Вместо облупившихся стен и протекших потолков – светлые, чистые классы. Стоит отметить, ремонт в учреждении выполнили в установленный срок. И, как и планировали, сдали объект до Нового года. Все должны сделать так, чтобы вам вместе с учителями было здесь уютно, тепло и хорошо. И чтобы вы потом, когда закончили школу, сказали, что наша школа самая лучшая. Впервые встречаешь подрядчиков, которые хотели увидеть счастливые глаза детей. Они настолько делали здесь все добросовестно, настолько внимательно отнеслись ко всем просьбам, замечаниям, которые им выставлял педагогический коллектив вместе с директором, и даже сделали дополнительную работу. За счет своих средств отремонтировали актовый зал. После торжественной части все гости праздника, учителя и воспитанники отправились на экскурсию по обновленной школе, чтобы лично осмотреть результаты проделанных работ. Занятия здесь начнутся уже в новом году, так что совсем скоро приятное преобразование ребята и педагоги смогут оценить на практике. Школа супер, новая она, очень красивая, стены, потолок, пол, все такое красивое, прям вообще не узнать. Тут стены красивые, тут все красивое после ремонта. Спасибо! Дарья Заснегова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».